Как часто вы меняете клавиатуру для своего компьютера? Одни ищут недорогое решение и не обращают внимания на более дорогостоящее устройство. Вторым просто необходима клавиатура для набора текста. Однако есть настоящие ценители, которые все же находят не просто недорогую, но и в то же время многофункциональную клавиатуру. Компания Redragon – прямое тому доказательство. Всем привет, с вами интернет-ресурс megaobzor.com. И сегодня мы хотели представить вашему вниманию недорогую механическую клавиатуру Redragon Hara, которая не оставит без внимания даже самых капризных покупателей. На момент написания обзора средняя стоимость устройства по данным официального сайта производителя составляла приблизительно 4700 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой. Устройство поставляется в фирменной упаковке компании Redragon, на которой можно найти всю необходимую информацию о данной клавиатуре. В комплект поставки входят игровая клавиатура, ключ для извлечения кейкапов, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Устройство получило под свое управление компактные габариты и выполнено из качественных материалов. К сборке у нас никаких нареканий не возникло. Все детали закреплены аккуратно и надежно. Разработчики использовали классический дизайн клавиатуры, который, как нам кажется, придется по душе любому пользователю. Классическая раскладка кейкапов позволит не привыкать к расположению клавиш и сразу ринуться в бой. Не понравится, может лишь однострочная клавиша Enter. Кроме того, клавиатура распознает одновременное нажатие 104 клавиш. Были использованы механические переключатели Autumn Blue. Если вы ранее не пользовались механическими клавиатурами, то сразу следует отметить, что звук нажатия по клавишам очень громкий. Далее предлагаем послушать звучание кейкапов. Шрифт отлично читается, а благодаря подсветке вы сможете использовать данную клавиатуру даже в темноте. Все клавиши выдвинуты чуть вверх, а благодаря специальному ключу вы легко можете извлечь кейкапы и почистить клавиатуру от накопившейся пыли и грязи. Цифровой блок клавиш не получил существенных изменений. Порадовало наличие текстурной подставки под запястье, что позволяет не уставать вашим рукам даже при длительных игровых сессиях или наборе текста. Она несъемная. На боковых гранях устройства можно увидеть хромированные вставки, которые придают клавиатуре стильный дизайн. На нижней стороне клавиатуры расположились две выдвижные ножки для увеличения угла наклона устройства и резиновые ножки, предотвращающие отскольжение по поверхности стола. Умеренный вес клавиатуры позволяет уверенно стоять устройство на заданном месте. Функционал клавиатуры не может не порадовать. Здесь нет ничего лишнего. На клавишах F1 и F12 обосновались сразу 12 дополнительных функций, что открывает пользователю быстрый доступ к мультимедийным и другим функциям. Для активации необходимо использовать их в одной паре с функциональной клавишей FN. Геймеров порадует возможность блокировать клавиши Windows, что позволяет исключить риски случайного сворачивания игры. Теперь о самой главной изюминке данной клавиатуры. Redragon Hara получила под свое управление динамическую подсветку. Вы легко сможете подобрать для себя из 6 возможных режимов подходящую под свой стиль подсветку. Другими словами, довольными останутся даже самые капризные геймеры. Для смены режима подсветки необходимо использовать комбинацию клавиш FN плюс Insert. Кроме того, есть еще дополнительно сразу 10 вариаций подсветки, 8 из которых заданы производителем, 2 из которых вы можете настроить под свои нужды. Они предустановлены на клавиши от 0 до 9. Интересно то, что разработчики оставили для пользователя 2 и ячейки для самостоятельной настройки подсветки определенных клавиш. Работает это очень просто. Вам необходимо проделать следующие шаги. Нажать на комбинацию клавиш FN плюс 9 или 0. Нажимаем на клавишу FN плюс Home. Далее необходимо прожать лишь те кнопки на клавиатуре, на которых хотите оставить подсветку. После выбора необходимых клавиш нужно сохранить настройку при помощи комбинации клавиш FN плюс End. Лично нам кажется, что такая возможность позволяет подсветить лишь те клавиши, которые чаще всего будут использоваться в вашей любимой игре. Согласитесь, очень удобное решение. За данную идею необходимо поставить разработчикам большой плюс. Вы также можете задать яркость подсветки, используя комбинации клавиш FN плюс стрелка вверх, либо стрелка вниз. Другими словами, функционал клавиатуры Redragon Hara максимально приближен к флагманским решениям и, несомненно, придется по душе покупателям. Подведем итоги по игровой клавиатуре Redragon Hara. Перед нами многофункциональная клавиатура с отличным дизайном, которая не ударит по карману пользователей. Кажется, пора отказаться от дешевых устройств, которые выполняют лишь стандартные функции. На Redragon Hara стоит обратить внимание, и это будет правильным решением. Среди плюсов следует отметить следующее. Качественный материал
материалы и сборка, подставка под запястье, динамическая подсветка, возможность подсвечивать лишь определенные клавиши клавиатуры и, конечно же, доступная цена. Из минусов могут не понравиться лишь громкий звук механических переключателей Out & Blue. Если геймеры к этому привыкнут очень быстро, то обычные пользователи, которые занимаются в большей степени набором текста, будут чувствовать себя не в своей тарелке. В любом случае, выбор остается за вами. Мы лишь можем показать и рассказать. С вами был интернет-ресурс megaobzor.com. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы обязательно постараемся ответить на все ваши вопросы. Всем спасибо, всем пока-пока.